Сторон сошлись под Орлеаном, и страшная осада началась, как саранча на ниву темной тучи, обрушившись, кишит необозримо. Так Орлеан, бесчисленное войско со всех сторон упорно осаждает, и заодно с пришельцами изменник бургундский герцог привел туда свои войска. И, покрывшись броней, Изабелла, мать короля князей баварских племя, примчалась на врагов и разжигает их хитрыми словами о погибель того, кто жизнь у ней приял под сердцем. Спасите ее проклятие! Теперь над бездной и робко ждет, что пред ним гремящая развернется она и вспыхнет. Погибнет, погибнет Орлеан, залог того, непобедимый солизмен.